শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রিং বিধিং বিনা ঐতান্তিক ঐকান্তিক হরির ভক্তি উৎপাতৈব কল্পতে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রিং বিধিং বিনা ঐকান্তিক হরির ভক্তি উৎপাতৈব কল্পতে। অ্যাকচুয়ালি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সказал, что проповедь, она может быть как позитивная, так и негативная. И Шанкарачарья, его проповедь и проповедь Рамануджачарьи, Мадхвачарьи, Вишнусвами, Нимбаркья, Бхаскарачарьи, все они проповедуют. Но люди, они озадачены, они не могут понять, как принять настоящую тату, какова процедура, каков путь. И можно вспомнить шлока, с которой я начал. Шрила Прабхупад обсуждал эту шлоку, что Шрути Смрити Пураны и их суть кто может понять? Кто может понять настоящее значение шастр? Это очень редко. И вот здесь говорится, что Шрути Смрити Пураны, все, что описывается, без этого те, кто совершает какое-то бхакти, это глупость, а не бхакти. И вот сегодня день явления Шрилы Мадхвачарьи, и также сегодня Дашами Титхи, и Шри Рамачандра, он пересек океан, он отправился в Шри-Ланку сегодня, в этот день. И сегодня очень важный день, и также люди, которые поклоняются Деви, сегодня их Деви, она уходит. И вот сегодня день явления Шрилы Мадхвачарьи. И кто такой Мадхвачарья, вы уже знаете. Мадхвачарья, он аватара главного Ваю, аватара, он аватара Ваю. И в Тарата-йогу Мукха Ваю пришел в форме Ханумана. А в Двапара-йогу в форме Бхима-сены. И в эту Кали-йогу Мадхвачарья, точнее Мукха Ваю, он пришел в форме Мадхвачарья. А почему явился Мадхвачарья, какова причина? В Махабхарате можно найти, в Ванапарве можно найти, что Питамаха Бишма, когда он давал наставление Юдхиштхире Махараджи и прочее, вот в последних наставлениях Бишма дал предсказание, что через 400 лет после начала Кали-юги Панчапандавы опять явятся. Бишма предсказал это, и вот через 400 лет после начала Кали-юги Панчапандава не явится. И вот с сегодняшнего дня можно, ну, посчитать точно сложно, кто-то так считает, кто-то по-другому, но так или иначе, где-то 800 лет назад,
Шри Мадхвачарья явился в этом материальном мире, чтобы установить настоящую сиддханту, и в обществе было много проблем, когда он явился, Шанкарачарья. Он сначала явился в какой-то деревне рядом с Тривандрумом, Каланди, или как-то так ее называли. Шанкарачарья там явился первый раз, а потом он во время Мадхвачарьи явился еще раз. И в Кумбакане, Кумбаканоне, рядом с Тривандрумом, это в Керале. И Шанкарачарья, вот он пришел второй раз в том месте. И было соревнование, конкуренция, поскольку Мадхвачарья явился по милости Верховного Господа, чтобы утвердить Двайта Сиддханту. А Шанкарачарья, он говорил о Адвайтаваде. Шанкарачарья что говорил, что только Брахма есть и ничего иного. И этот материальный мир и все остальное – это ложное. А о дживах, что дживы? Джива это, он говорил, что джива это Брахма, но эта сиддханта вот она утверждена Шанкарачарьей. И вот он этого Адвайта Сиддханту утвердил, чтобы обмануть людей демонического склада ума. Он получил такое указание от Верховного Господа, что «О, Шанкар, ты должен явиться в этом материальном мире, и тех людей с демоническим складом ума ты должен обмануть их, ты должен представить Сиддханту таким образом, чтобы они вынуждены были принять и эту сиддханту. И вот Шанкарачарья явился в то время можно, в то время в Индии было очень большое влияние буддистов, то есть очень большое влияние этот буддизм имел, и по милости Верховного Господа Шанкарачарья явился, по крайней мере, чтобы утвердить значение вед. И хотя Шри Чайтанья Чайтамрити говорится, и Махапрабху также говорит, что Шанкарачарья в Майавада говорится, что Майавадбхашья Шанкарачарья более опасна, чем буддизм. А почему? Махапрабху говорит, что буддисты не открыто игнорируют веды. Мы можем быть просто осторожны с ними, но Майавади, Шанкарачарья и его последователи, они веды держат перед собой, показывают людям, что смотрите, мы следуем ведам, но на самом деле они не следуют ведам, они оскорбляют веды. Они неправильно объясняют веды, Упанишады, Гиту. Но Шримад Бхагавата Махапурана, они не касаются ее, поскольку Бхагаватам она полна бхакти, и поэтому они никогда не принимают помощь Бхагават Махапурана и никак не ссылаются на нее и не принимают никаких свидетельств, поскольку Бхагаватам оно очень далеко от Майявады, и поэтому Майявади Бхагаватам не трогают. А другие, к описанию Панишады, Гиту и прочие, они веданту
они объясняют своим образом, что получается, что люди верят им, они получается, внешне выглядит, что все правильно. И на какое-то время Шанкарачарья Аватара он явился, но это было важно для того момента времени, когда он был на этой земле. Но его учение очень опасно. И вот Махапрабху говорит, что они веды держат перед собой, но игнорируют важнейшие татвы, как Гуру-татва, Бхагава-татва и прочее. И вот Мадхвачарья, он был послан Верховным Господом для этого. И вот Мадхвачарья явился здесь где-то 800 лет назад примерно в этом мире. В Кумбхакунаке, Паджакшетра, область называлась. И вот там, где Парашурама убил всех кшатриев и сделал 5 этих водоемов, Саманта Панчак называется, то после этого он путешествовал по Индии, по различным святым местам, хотя он был аватарой, Шактивеш аватара Верховного Господа, но все же он путешествовал по святым местам, и вот он был в том месте, и силой своего оружия он море заставил отступить. В то время было море на том месте, но своей силой лука и стрел он как-то смог отодвинуть море на достаточно большое расстояние, и там образовалась земля. И вот этот большой кусок земли, он был роздан Парашурамой, Браманам и Вайшнавам. И вот на имя, там это рядом с Паджакшетрой. И вот Мадхвачарья Аватара Мукшавая, он явился в доме Нарайана Бхатты и Ведавати. Ее Нарайан Бхатта отца звали, а Ведавати мать звали. И вот они, у них было несколько детей, они умирали, и они решили, что мы хотим обрести такого сына, который не умрет. Разве это возможно? Поскольку их уже несколько детей, они родились и очень быстро умерли. И вот они очень сильно переживали и впоследствии приняли решение, и в течение, они совершали аскезы, и в течение 12 лет пили только молоко. И вот такие совершали такую суровую аскезу, что пили только молоко в течение 12 лет. И Верховный Господь стал доволен и их аскезами благословил. И вскоре Мадхвачарья, я имею в виду, это аватара Мукхавайо, он явился как их сын. И этот мальчик был очень могуществен, очень силен. И когда он вырос, они начали сомневаться, кто он такой, почему он так могуществен. И так силен в детстве. Он мгновенно запоминал все, что он читал. И его звали Васудев. И вот и отец его назвал Васудевом. И вот он вырос, и очень скоро он закончил свое образование и пошел из
И вот потом он где-то 3 мили назад получал более высокое образование от какого-то брахмана. Он все изучил, все веды, веданту и прочее. И после этого он вернулся. И с самого детства его поведение достаточно странное было, никто не мог понять. И вот Мадхвачари, когда он был Васудевом, он изучал веды, веданты и прочие писания, но учитель был очень строг, но Мадхвачари, в смысле этот Васудев, он много играл. И не уделял должного внимания своему образованию, поскольку с первого раза все запоминал. И однажды этот учитель его отчитал, что ты тут играешь, ничем не делаешь, зачем ты вообще в школу пришел. И этот Васудев, сложив руки, сказал, он начал... начал говорить то, что всю программу школьную, все, что он, и следующее, что он уже выучил, и даже то, что они еще не начали учить. И этот учитель был очень удивлен. Особенно он удивлен был тем, что он рассказал уже то, что еще не начали изучать. И вот... Вернулся он домой впоследствии на Райан-Бата, он был очень счастлив, и вот он уже планировал следующий шаг, что же делать дальше, и этот Васудев, он сказал, что я хочу разрушить Майаваду и утвердить Бхакти-сиддханту. И отец засмеялся, как ты это можешь сделать? Ты очень мал и неразумен, как это? Это невозможно для тебя. И вот там у них была какая-то сухая палка. И Нарайан Бхатта сказал, что если возможно для тебя, что эта палка вырастет и станет деревом, тогда я поверю, что ты сможешь разрушить Майаваду и утвердить Бхакти, иначе как это возможно, это невозможно. И Васудев сказал, отец, хорошо, по милости Верховного Господа это все возможно, он взял эту палку, вставил в землю, и сразу же выросло большое баньяново дерево. И отец был очень удивлен и подумал, да, может быть, это возможно. Сейчас я не могу вам не верить, и так или иначе пытайтесь, отец. И вот после этого... Нарайан Бхатта смотрел за своим сыном и к нему мысль пришла, что это его сын может досконально изучает Писание и являет признаки отречения, и может он вскоре примет саньясу, поэтому начал думать, как бы его женить побыстрее. И Васудев, когда понял, что они хотят от него, и в один из дней он ушел из дома. И кто-то говорит, если вы получили дикшу саньясу, то надо у отца и матери просить позволения. Но я такого не говорю, но кто-то говорит, но это неправильно, поскольку ради Верховного Господа мы всегда можем отдать свою жизнь в любой момент. Нет никакого оскорбления. И это никакой не грех, если мы не спросим позволения отца или матери или еще кого-то, поскольку есть наставление Верховного Господа, его указания
вот в этих словах. Если любое греховное действие, если оно делается для меня, то это совершенно не грех, это дхарма. Что говорить о каких-то благочестивых деяниях? Но цель дхармы, чтобы Кришна был доволен. Если вы приближаетесь к Кришне, это дхарма, если удаляетесь, то адхарма безбожие, соответственно. И вот Кришна уже сказал в этих словах, даже если кто-то совершает какое-то греховное действие, но это ради меня все, и это совершенно не грех. Я уже говорил, как яду. Как вот этот, вот с случаем Бхагава, там, когда отец предлагал сыну поменяться, поменять его старость на, его, на молодость сына, он отказался, и это было правильно. И поэтому для Бхагавадхармы это неприменимо. И вот кто-то говорит, что нужно сначала получить разрешение отца, матери и всех остальных, перед тем, как принимать саньясу, дикшу или харинам или еще что-то. Но в этом материальном мире отца и матери, когда они дают рождение своим детям, они надеются на этих детей, что, эти, что, они, скоро, что они станут стары, и дети будут заботиться о них в старости. И поэтому это вполне естественно, что они, отец и мать, они планируют то, что дети будут заботиться о них в старости. И такая система в материальном мире, и также отец и мать, если они и вот если так отец и мать, если они наступают на путь преданности, то дети бывают тоже возмущаются. Но имеется в виду материалистично настроенные дети. И вот Васудев оставил свой дом и отправился в Раджатпур достаточно далеко. И он получил мантру и дикшу и саньясу от Ачюта Прекша в том месте. И вот он начал проповедовать очень широко впоследствии, но какие-то проблемы возникали, поскольку те майявади, поскольку в Южной Индии можно найти там много майявади в этой Южной Индии. Большинство людей майявади, кто-то с Рамануджи Сампрадая, кто-то Мадхава Сампрадая, есть, конечно, но большинство майявади. И вот в то время, первый, о первом Шанкарачарье я говорю. И вот о втором Шанкарачарье. А вот если второй раз Шанкарачарья явился, это признано его последователем, но так как это возможно, поскольку по их учению, если джива становится брамой, то от нее ничего не остается. И как это возможно, что тот же Шанкарачарья явился еще раз? То есть само явление Шанкарачарьи, оно доказывает, что все его учение ложно. И вот Шанкарачарья, когда оставлял тело, и такие великие ученики его, как Падмапад и прочие, они все стали вокруг Гурудева и спросили у Гурудева, какого же ваша последняя воля, что вы хотите, что мы должны делать. И Шанкарачарья сказал, что та причина, ради которой я явился в этом мире, вы тоже должны делать это, вы должны проповедовать майяваду, адвайтаваду, очень строго. Но есть большая проблема, поскольку вайшнавы ачари
они будут против нас, поэтому мы должны быть осторожны с ними. Это наставление Шанкарачари. А что о втором Шанкарачари говорит? Он тоже явился с таким же настроением, единственное, в другом месте он родился. То есть родился достаточно недалеко от того места, где первый раз родился. И там большой храм в его честь построили. И вот они... And found them to pronounce Soham, Soham. You have to live that mantra. You have to speak Soham, Soham, Mayavadi mantra. This problem, big problem? Big problem actually there. That time, he's a big acharya there in the line of Achyuta Bekha, I took. That time, long ago. В то время, еще до рождения Мадхвачарьи, Ачюта Прекха звали Махарадж, забыл, к сожалению, как его звали, но не столь важно. И вот этот Гурдев этого Ачюта Прекхи, он был там, и все Майвади, они пришли и подожгли этот его храм. И сожгли много книг по Двайта Сиддханте. И потом Ачюта Прекха со своим Гурдевом. И вот эти Майвади, они также требовали, чтобы они повторили их мантру Сухам и носили такой горизонтальный тилок. Но поскольку с этими Майвади было сложно бороться, то они просто решили делать все скрытно. То есть они внешне стали майвади, а внутри совершали свой кришна-баджан. И когда Мадхвачарья родился в той деревне поблизости, то они почувствовали какую-то силу в их сердцах. Как Махапрабху явился здесь, то Адвайта Гасайя и Харидас Такур, они были очень рады. Они почувствовали, что Господь явился. И здесь также они почувствовали какую-то силу. И после этого Мадхвачарья, когда он вырос и начал проповедовать, он пришел к Ачюта Прекхе. Он год служил ему, и перед своим Гурудевом, по его милости, он воспевал всю Сиддханту Двайтавада. И вот тогда он, Гурудев, понял, Ачюта Прекха, он понял, что он самый достойная личность, кто может разрушить Сиддханту Майавады. И тем временем с какими-то учениками Мадхвачарья начал принимать учеников также. Где-то говорится, что в возрасте 11 или 12 лет он принял саньяс. И вот после принятия саньяса он,
очень широко проповедовал, никто не мог оспорить его. И тем временем он принял решение отправиться в Бадрикашрам вместе со всеми своими его учениками. Это достаточно далеко было, и вот они пошли, дошли до Бадрикашрама. И вот он находился там на берегу реки Сарасвати, и Бадринараян Бхагаван, он и читал Гиту перед этим Бадринараяном Бхагаваном. И в то время все ученики, они увидели, что какой-то свет, голубой свет, он исходит. А они увидели, что какой-то синий цвет откуда-то взялся, и он вошел в уста Мадхвачари. И Мадхвачари, он понял, что это наставление Вьясадевы, чтобы он пошел в то место, и он оставил своих учеников, сказал, что ждите здесь, скоро приду. И вот он пошел в пещеру Вьясадевы, и когда он достиг ее, он принес свои полные поклоны. И увидел, что Вьясадева Госвами пришел, чтобы благословить его, он опять предложил свои полные распростертые поклоны. И Вьясадева вложил силу в него, и Мадхвачарья вернулся назад и начал писать много комментариев к Катхе Упанишад, Бригатарани Упанишад, Гите и прочим писаниям. Он начал писать комментарии ко многим книгам. И великие ачарьи майвады, такие как Будди Сагар и другие, они тоже приходили к нему, но они были полностью побеждены им. И однажды Мадхвачарья пошел на даршан в Рамешвар, и там в одном храме Свайам Падманабх, или как-то так его называли. И вот там он объяснял Веданту. И в то время второй Шанкарачарья, он был вынужден прийти туда и возмущаться, что он не может говорить так, поскольку у них нет Баши объяснения. И Мадхвачарья сказала, где-то говорится, что без Баши я не могу говорить. Вы можете ли вы доказать, если у вас есть сила, приходите и будем спорить. Я приведу все свидетельства всех писаний. И Шанкарачарья начал спорить с Мадхвачарьей. Но Мадхвачарья, он разрушил всю Сиддханту Майявада. И этот второй Шанкарачарья был полностью побежден. И Мадхвачарья получила больше славы, больше сил для того, чтобы проповедовать Двайта Сиддханту. И второй раз Мадхвачарья, когда он опять отправился в пещеру Вьясадевы, и там Мадхвачарья, он И вот тут Вьясадева, он получил все объяснения, пояснения практически всех писаний, и когда он вернулся, он начал записывать эти все комментарии. И Мадхвачарья, он был настолько могуществен, никто не мог сравниться с ним. Даже те полубоги, однажды он объяснял Брихатараньи Упанишад. И в то время все полубоги, они
снизошли с небес, чтобы услышать объяснение Бхашью. Полубоги, они были очень вдохновлены, и с небес они кидали на него цветы Париджата. И эти все полубоги, они предлагали ему сверху эти цветы Париджата, кидали вниз. И Мадхвачарья таким образом он утвердил свою Сиддханту. И тем временем я вынужден сказать, что мы, Мадхва-Гауди Сампрадая, в нашей Сампрадае есть какие-то майявади. И они не верят, что у нас есть связь с Мадхвачарьей. И такие люди не отрицают всякую связь Мадхвачарьи, что Баладев Видьябхушан, он был вынужден только эту связь установить, но Бхактивинода Тхакур, он говорит не так. Он говорит, что те, кто игнорирует нашу связь Гауди с Мадхвачарьей, они шпионы Кали. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто говорят, что у нас нет связи с Мадхвачарьей, они шпионы Кали. И вот у нас есть связь с Мадхвачарьей, так много сиддханты, я могу утвердить одну за одной, но времени мало, и вот я кратко буду говорить. И вот Мадхвачарья, однажды Мадхвачарья, он шел к океану принять омовение, и тем временем по пути он написал книгу Кришна Стотру. И вот этот Кришна Стотра называется о славе Кришны, там пять этих глав. И просто вот по дороге к океану он написал такую книгу, ну, сочинил. И потом принял омовение, совершал баджан, и какой-то корабль он на мельце. Там он, это был торговый корабль, он куда-то плыл, и хозяин этого корабля очень беспокоился, что же делать, что вот сели на мель посреди океана и не знали, что делать. И вдруг они увидели какого-то саду на берегу Мадхвачарья. И они попросили его, чтобы он помог им. Если поможете, то одарим вас чем-нибудь. Мадхвачарья засмеялся, сказал: подарков мне не надо. И он показал какую-то мудру рукой. И этот корабль сразу поднялся. И его снесло с мели. И вот там у них был тилок, они решили ему тилок подарить. Но тилок такой огромный был. И вот они дали Мадхвачарье: можешь ли это взять? Ну, хорошо, возьму. И там много людей, этот тилок они как-то выгрузили. А Мадхвачарье одной рукой взял, и он упал. Он упал на землю, стилок раскололся, и там был прекрасный гопал. И какой гопал? Дадхимантан гопал. И вот там был гопал, который, когда бил горшки с йогуртом, то когда мать пришла, right to, you know,
Он, в общем, пришел к матери и начал требовать, чтобы она его начала кормить. И, она, и вот это в таком настроении, когда этот Гопал схватил этот инструмент для пахтания молока, чтобы мать не готовила, а его кормила. И вот в таком настроении был Гопал. И вот этот Мадхвачарья взял этого Гопала к себе в храм в Урупи. И Мадхвачарья уже поклонялся божеству Рамачандра достаточно долгое время. Он поклонялся тому божеству, которому поклонялся Дашаратха Махарадж. Дашаратха Махарадж в Трата-йогу поклонялся этому божеству Рамачандра. И как-то оно оказалось у Мадхвачарьи, и Мадхвачарья поклонялся ему, и потом Гопал еще пришел. Он, ну, поскольку он какая-то частично аватара Ханумана, то как же он не мог не поклоняться Рамачандре, и Гопал пришел. Никто не мог измерить силу Мадхвачарьи. Как это возможно? Он был очень могущественным. Но внешне выглядел как обычный человек. They say 30 men can come in front of me. They cannot do. So powerful. И вот был там какой-то спортсмен, который занимался этим армрестлингом. Он мог 35 человек победить, и он бросил вызов Мадхвачарье, что хотел сравниться с ним в силе. Мадхвачарье засмеялся. Хорошо, если ты мой палец Мадхвачарья условия поставил, если ты можешь большой палец на ноги сдвинуть с места, то тогда буду с тобой смириться силой. И вот этот спортсмен пытался сдвинуть его с места, но ничего не получилось. Мадхвачарья засмеялся. И однажды был какой-то дамба была какая-то, ее порвало, и селяне пошли в горы за каким-то большим камнем, чтобы эту дамбу отремонтировать. И Мадхвачарья пришел им в помощь, и один и вот Мадхвачарья, он смотрит, и тысячи людей мучаются там, этот камень, этот кусок скалы, чтобы починить дамбу, и вот они не смогли, но Мадхвачарья решил им помочь, взял этот кусок скалы и поместил в том месте, где дамбу порвало. И таким образом силу Мадхвачарья невозможно измерить, он был очень могуществен, он сам Хануман. И вот так Мадхвачарья один за одним показывал такие лилы, такие чудеса. И вот сейчас последний в Урупи, в Урупи Кшетри, он основал один храм, и там можно видеть того самого Гопала, и он организовал там систему поклонения. И вот какие-то гауди, у которых есть майявада в сердце, они говорят, что нет связи у нас с Мадхвачарьей, но мы уже знаем, что сила Бхактивинода Такура.
Парикамаканди написал, что Мадхвачарья, он уже здесь приходил сюда, в Навадвипа-дхаму. И Шанкарачарья тоже приходил. И Вишну Свами был здесь, и Нибаркачарья, и Мадхвачарья, все они были в городе, чтобы обрести милость. И когда Мадхвачарья пришел, то Махапрабху был очень доволен и пообещал Мадхвачарье: в Кали-югу, в эту Кали-югу я приму вашу сампрадаю. И вот сам Махапрабху сказал ему, что яйца в Кали-югу примет сампрадаю Мадхвачарья. И также можно найти. А кто-то еще может спорить, как это Махапрабху встретился с Мадхвачарьей. Но смотрите, Махапрабху, он явился не только 550 лет назад, он вечен. Его виграха, она вечна, и Нибарка, и этот Мадхвачарья, поэтому он смог получить даршан Махапрабху и Чутасваны. Они тоже, когда приходили здесь из Саптариша, они все приходили и получили даршан Гуранги Махапрабху. И вот так, и такие споры, они безосновательны. И вот Мадхвачарья приходил и Махапрабху сказал ему, что я явлюсь в Кали-югу и приму твою сампрадаю. И какие-то люди говорят, что Мадхвачарья, а вот почему Махапрабху принял эту сампрадаю. Мы говорим, что сампрадая Шанкарачарьи, она проповедует Адвайта-ваду. И Рамануджачарья утвердил Шуддадвайта-ваду. Вишишта-адвайта-ваду, точнее. Шуддадвайта-ваду Вишну с вами утвердил. И таким образом... И вот Махапрабху, когда он явился, он вынужден был сгармонизировать все эти учения предыдущих четырех вайшнавских ачарий. Они все дают свои... И вот в их сиданте какое-то небольшое отличие. Кто-то говорит так, кто-то по-другому, третий по-третьему. И от Рамануджачарьи Махапрабху принял Шакти Сиданту, а от Мадхвачарьи он принял Сачитананда Виграху. И эта татва, она была основана в сампрадае Мадхвачарьи, и вот он принял это. От Вишну с вами Шуддадвайта Сиданту, от Нимбарки Нитьядвайта Адвайта Сиданту. И таким образом, одну за одной, от Рамануджачарьи он принял Шакти Сиданту, Мадхвачарью Нитья Виграху, этот вичар, и Махапрабху, он все это... На основе всего этого Махапрабху создал Ачинтья Бхеда-Бхеда-Таттва. И вот Ачинтья Бхеда-Бхеда-Таттва, она была основана Махапрабху и Джива Госвами Пад. Он говорит, что Рамануджачарья говорит, что в Брахме In Brahma,
И вот Джива Госвамипад говорит, что не может быть различных категорий. Есть один Брахма, и он один. Но Рамануджачарья говорит, что это джагат, материальный мир. И Джива — это вишеш. Особенность есть. Это вишеш Брахмы. И когда джива, бесчисленное количество джив в этом материальном мире, и эти две теории, вишеш и особенность Брахмы, и поэтому вишешта адвайта вада зовется. Но Джива Госвамипад говорит, может быть, а, то есть не может быть различия Брахма, он один, поскольку Брахма значит один. Шуда чит Брахма. Не может быть нескольких Брахм. И Джива Госвамипад, согласно желанию Махапрабху, он был вынужден утвердить эту Ачинтья Беда Вьедататва. И вот Мадвачарья за всю свою жизнь написал очень много сиддханты. До 79 лет Мадвачарья был в этом мире, и за всю свою жизнь он написал больше, чем даже Рамануджачарья, поскольку Рамануджачарья был подобен быку, сильному быку против Майявады, но Мадвачарья он был даже больше. Вот Рамануджачарья, он в их, я написал книгу Парабака Гири Ваджра. Но Мадвачарья он был более велик, чем Рамануджачарья. И вот это Сачитананда Вигарха, любовное служение божеством. И даже Шрила Прабхупад, он написал в одной своей статье, что Мадхусудан Госвами, он отправился в Урупи и написал письмо Шриле Прабхупаде, что они, у них есть ветка этих ачарий. Они все танцуют перед Верховным Господом, они совершают во время совершения арати. И то есть они под видом гопи танцуют перед Господом. Вот кто-то вот может спросить, откуда Брахма Расататву получил. И на самом деле, когда Брахма получил эту мантру, вот Аштадашакшара мантра, и когда Брахма получил эту мантру от Кришны, и вот когда Брахма получил эту мантру, эта мантра он от Бхагавана Шри Кришны получил, и Аштадашакшара мантру в Камагайтри и все остальное уже там. И как это возможно, что Брахма не получил эту расу? И вот Брахма, он наивысший, и все из Брахмы происходят. То есть Брахма, как наш Адигуру. И вот если кто-то спрашивает, откуда Брахма получил эту расататву и мантру, вот Махарадж много хотел сказать, но вот из-за дождя, короче, получилось, если есть какие-то вопросы. Мадхвачарья в возрасте 79 лет оставил тело и ушел, но сегодня у нас, благодаря ему, это наш Гуру Парампра есть.
He sent some of, or he let come some disciples of Ramanujacharya, Madhvacharya to study all their Siddhanta. Вот во времена Шрилы Прабхупады Вишва Вайшнава Раджа Сабха. Они приглашали преданных с различных сампрадай, чтобы они выражали свое мнение. Сейчас такого нету. То есть Вишва Вайшнава Раджа Сабха значит, что мы должны позвать всех ачарий, всех преданных с четырех различных сампрадай. Но сейчас такого нет, никто не приходит. То есть самого названия значит, что все вайшнавские сампрадай, сейчас такого нету. И вот во времена Шрилы Прабхупады и таких великих ачарий это было возможно. А сейчас кто будет делать?